Всем привет, всем хорошего дня. Время 15 минут 9. Я нахожусь на втором кордоне. Второй дом пока живого. Людей расселили, дали жилье. Дома признаны аварийными. В общем, их будут сносить. Здесь были сараи, гаражи. Погреба у людей. Вот на этом месте стоял дом Покашевого 3. Его уже давно нет. Четвертый, пятый пока стоят. На втором кордоне уже зима. Здесь были дачи. Дача была здесь у Шумейка, у Разумовых, у многих. Вот остатки домика. Вот мой дом, где я провела самую классную, счастливую юность. Сейчас тоже людей выселили. Дали квартиры. Зайду, посмотрю в свою квартиру бывшую. Здесь был клуб 20-го партсъезда. Сейчас ничего нет. Только парк остался. Так называемый. Вот этими тополями нам родители всегда делали качелю. Качеля была высоко приделана, резиновые шланги и дощечка. Было классно качаться на ней. Вот наш балкон. То есть у нас было две квартиры. Тополя так и растут, карагачи растут, никто не пилит. Во время субботников, 16 апреля, вот эту большую территорию всегда убирали сами жители. А теперь никого не выгонишь. Я не говорю про это место, я говорю вообще в общем про город. Жители раньше сами заботились о чистоте и о благополучии своих дворов. Пожарная лестница. На нее мы тоже лазили. Вот стоит даже еще наша антенна. Труба от антенны. Окно зала. Окно маленькой спальни. Кашевого 4. Скоро от этого дома ничего не останется. Только видеопамять. Двор. Лавочка. Лавочка еще. Папа с соседом жили. Доску так она и лежит. Наши кусты сирени, которые цвели весной и пахли. Береза, которую посадил сосед. И сосна. Зайду в подъезд. В свой. Лестничные пролеты тоже всегда мыли сами. Было график дежурств. Да, мыли сами. Здесь жили Шумейка. Здесь жил дядь Петя. Не помню фамилия. Здесь жили Каримовы. Потом Барановы. В детстве лестница казалась такой большой. Особенно, когда ее мыло.
Вот и наша квартира. Вот это наша квартира пятая. И вот эта квартира наша четвертая. А здесь жили разумовы. Зайду, потому что дом скоро снесут. Господи, даже еще выключатель наш. Это кухня. Полов нет. Зато розетка еще наша стоит. Вот так выглядит дом. Вот здесь всегда у нас стоял стол. Вот в этом месте всегда сидел папа. Курил в форточку. Читал газету или книгу. В углу стоял газ, стол. И вот здесь была раковина. Моя спальня. Всегда казалась такой большой, как тут помещалось. Здесь стояла пианино, там стояла кровать, здесь стоял шкаф. В этом месте была печка. Потом уже со временем, когда разобрали котельные, была печь. Зал. Вот так выглядит зал. Провалилась крыша. Дома аварийные, старые. И вот там маленькая спальня. Но что-то я как-то побаиваюсь туда идти. Здесь закрыто. Квартира Разумовых. Тоже была кухня. Спальня. Здесь стояла печка, видимо. И вот здесь был зал. У нас был английский замок, ну и периодически дверь захлопывалась. Мы просились к Нине Ивановне. В основном это делал всегда папа. Он вылазил вот в это окно в зале у Разумовых и переходил на соседний балкон. Я все выстеклял стекло и открывал дверь нам с мамой. Уже больше 30 лет мы в этой квартире не живем, а дермантин и обивка еще наша. Однажды в подъезд залетела ласточка. Окно было застеклено. Она билась об стекло. Как уж я туда залезла, я не знаю. Ласточка была почти без сил. Я залезла на окно. Тут довольно-таки прилично. Со стула. Не помню, как я туда залазила. Я ласточку вот здесь поймала. Взяла в ладошки. Мамы, папы не было, они были на работе. Узнали бы, убили бы. И выпустила ласточку. Сижу на лавочке, в которой сидела в детстве. Так грустно, печально, что плакать хочется. Столько жило людей. Столько было домов на втором кордоне. И в развал Союза в 90-х годах. Все уезжали, все бросали жилье. А сейчас вот людей расселяют, дали квартиры им, которые потом после нас жили. Жалко. 12-квартирные дома. В военное время
В каждой квартире жило даже по две семьи, потому что людям негде было жить, и люди жили на подселении. А сейчас эти дома признаны аварийными, и их будут сносить. Вот в этом месте мы играли мячиком, стучали постоянно. Как тетя Уля это выдерживала, я не знаю. Они жили на первом этаже, семья Шумейко. И мы постоянно играли с мячом, били вот в эту стену. У них как раз там зал. Какие нервы надо было иметь тете Уле, чтобы терпеть этот постоянный стук в стену. Пойду дальше посмотрю. Пойду дальше поплачу. Раскроюсь окончательно. Здесь вот тоже были гаражи. Гаражи, погреба, сараи. Конкретно вот в этом месте был наш сарай. Ох, даже наш погреб, который папа заливал, еще сохранился. Эти вот гаражи Иваненко и еще чего-то, не помню. А это школа. Ну, в школу я ходила не как путевый человек, через главные ворота, а всегда пролазили вот в этом месте. Здесь была большая такая дырка, проем проделанный. И мы вот здесь пролазили всегда. В школу ходили напрямую. Пятый дом Покашевого. Вот так выглядит двор, тоже в котором мы играли. Люди все съехали, переехали. Кашевого 5. Захожу в школу. Вот и дождалась школа нового спортзала. Привезли комплектующие. И скоро будут устанавливать сборный каркасный спортзал. Залит фундамент, и у детей будет довольно-таки большой спортивный зал. Скоро начнется монтаж. Выглядит поле теперь поделенное пополам. Когда-то оно казалось тоже таким большим полем, особенно когда бегали 2,5 километра или 2 километра на физкультуре. 100-метровку мы бегали вот от этого карагача. И почти добегали до забора. Сдавали 100 метров. На месте 18-го магазина строят семейную амбулаторию для второго кордона. Больница. Стоял дом. Здесь жил у нас Стас Хакимжанов. Еще стоит. В этом доме еще люди живут. Здесь тоже стоял дом. Сейчас уже ничего нет. Здесь был ресторан. Здесь тоже стояли дома. Теперь поставили только туалет общественный. Поставили туалет сначала деревянный, двухсекционный. Но его уперли же в первую же ночь. Говорят, что нашли аж на Балдергане. Теперь поставили вот такой капитальный из блоков. Позапрошлом году наконец-то поставили хорошую, замечательную остановку. Вот такая остановка. Остановочный комплекс. Вот такая остановка. Залили бетоном, все подняли.